Ну что, всем привет. Сейчас покажу вам свои стробоскопы. А то народ просит показать вот после этого видео. Ну, кстати, горят. Вот так вот это выглядит. Ну что, пойдемте посмотрим, как это с улицы. Сейчас как раз просто стемнело уже, поэтому пойдемте посмотрим. Опа. Отдыхаю на базе. Поэтому... Вау, здесь ветрюга. И так далее. Опа. Ну что. Ой, как все светится тут. Офигеть просто. Вот так. Можно и так. Вуаля. Они регулируются по-всякому. Примерно это. Вот у меня раньше такие простые красные стояли. Теперь я добавил еще таких. Можно любой цвет выбирать. Синий, белый, красный. Красный лучше всего. Он слабо горит. Остальные как-то ярко горят просто. Есть всякие режимы. Типа... Так вот. Опа. Можно так вот. Можно оставить просто, чтобы горели. Короче, режимов много. Вот так, как полицейские, типа, можно скорость регулировать побыстрее. Трын-трын-трын. Самая медленная скорость, побольше скорость, побольше, и еще самая большая вот такая. Вот такие у меня обычно стояли, но сейчас я вот такие поставлю, пускай такие горят. И цвет синий выберу. Вот это очень ярко горит, зеленый. Вокруг просто все освещает, можно сказать. Ну, когда темно. Сейчас просто не темно. Можно такой полицейский типа поставить, оставить. Но я поставлю такой посинее, который это. Белый, красный. Вот такой вот оставлю, да. Пускай горит такой. Вот так. Дрын-дрын-дрын-дрын. Ну что, вот так это выглядит. Прилагается такой пультик. Кнопочки можно закрыть и в карман положить. Совершенно нормально. Главное теперь не забывать выключать. Выглядит сдали. Сдали это выглядит вот так.
Все. Кому понравилось, ставим лайки. Пока.